В Югре завершился региональный этап конкурса «Молодые профессионалы». В этом году в WorldSkills Russia участвуют более 300 человек, победители муниципальных этапов в 35 компетенциях. Экспертному жюри предстоял серьезный выбор, настолько подготовлены оказались конкурсанты. Сюжет Елены Катковой. Работа в самом разгаре. Участники доделывают монтаж внутри щитового оборудования. Следующий этап – коммутация, укладка проводов и программирование установки. Задача участников – компетенции промышленная автоматика – собрать микромодель действующего завода. На все про все дано 15 часов. Самое сложное – это было начало. Это все проделать сальники, в них отверстия. Много ушло времени. Сначала расстроился, но потом это... восстановился, потом все в работу вошел, так сказать. А в этой учебной лаборатории красоты происходит преображение. Одна прическа манекена сменяется другой. В компетенции парикмахерское искусство участницы должны выполнить 5 модулей. Вечернюю прическу, окрашивание и разные стрижки. Да, в целом соперники сильные, но я надеюсь на победу. Даже уверена. За правильностью выполнения заданий на каждом направлении следят независимые эксперты. За каждое задание выставляют баллы. К примеру, в компетенции «Поварское дело» вкусовые качества блюд конкурсантов оценивает действующий шеф-повар из Болгарии. Стараются дети. Видно, что есть навыки. Видно, что есть желание. Хорошо работают. Более 300 лучших участников со всего региона демонстрируют свои профессиональные навыки в 35 компетенциях. В этом году появилось 6 новых направлений – охрана труда, бухгалтерский учет, обслуживание тяжелой техники, лабораторный химический анализ, разработка мобильных приложений. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, у нас проводились отборочные соревнования в онлайн-формате. Поэтому вот на площадках в этом году не так много участников, потому что сюда приехали только лучшие. Победители определили в каждой компетенции. По итогам чемпионата они отправятся на финальный федеральный этап конкурса, где лучшие профессионалы представят Югру. Елена Каткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.